Основной вопрос – это строительство нашего центра «Минск-Мир». Как мне докладывают, что все идет в графике и так далее. Вот я хотел бы, чтобы ты мне доложил, что там в графике и какие есть проблемы. Но больше всего меня волнует строительство вот этих общественных зданий, финансового центра, отчасти торгово-развлекательный центр, там, вот таких, которые сегодня не продашь и быстрые деньги не получишь, это ж понятно. Жилье – это ясно. Жилье хорошее, строят молодцы, а надо же заниматься и остальными объектами. Как там с инфраструктурой? Ну и укладываемся ли мы вообще в сроки строительства? Это первый вопрос. Второй вопрос – это здание исторического музея. Что мы будем делать со зданием исторического музея? Будем мы новое здание в перспективе строить? Или же мы это будем ремонтировать или расширять и так далее? Но это уже инициатива горисполкома, я готов к обсуждению. И третий вопрос – строительство клинической больницы в Минске. Что будем делать? Строить, не строить? Может быть, переформатируем как-то вообще систему здравоохранения. Понятно, что сегодня же мы не построим. Сегодня не до этого. Но, тем не менее, перспективу должны видеть. Ну и ситуация в городе. Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе Герои Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я так вот смотрю на них. Чистенький, убранный, удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить. И спортом занимайся не хочу. Но вот же не имется кому-то. Поэтому какова здесь ситуация?